надеюсь, что это новое дело работает так же хорошо, как и мое старое. Давайте посмотрим, что происходит в Париже. Похоже, все части моего тела работают нормально. Я пришел, чтобы спасти день. Робокиттен уже в пути.
Эти ребята были крутыми, но я круче. Я чувствую ржавчину на шее. Где мой ВД-50? Надеюсь, мое тело робота сможет пройти через это. Интересно, смогу ли я найти сомбреро моего размера?
О, теперь я люблю одетых в кокосовые орехи танцов Щитхула. Пришло время надрать кому-нибудь космическую задницу.
Я не знал, что меня подбили. Давайте воспользуемся аварийным выходом. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне! Thank you.